Всем привет! Сегодня мы приготовим салат на быструю руку, на случай, если вдруг внезапно к нам пришли гости. Для этого нам понадобится банка кукурузы, зеленого горошка, немного зеленого лука, 3 небольших огурца, укроп и 2 яйца. Я их предварительно сварила вкрутую. Ну что, приступим! Нарезаем яйцо. Отправляем яйца в миску. Нарезаем огурцы. Отправляем огурцы в миску. Сюда отправляем кукурузу, зеленый горошек, зеленый лук, нарезаем укропчик. И для заправки салата нам понадобится 2 столовые ложки майонеза. Перемешиваем. Наш салат на скорую руку готов. Приятного аппетита! Встречайте гостей!